Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала, с вами Елена Смирнова, и как всегда продолжаю делиться с вами информацией. Сегодняшнее видео по проекту, где я загружаю картинки, то есть мемы, и за это мне начисляют денежку за лайки, скажем так. Ну, такое вот название. Проект платит, все замечательно. Сейчас покажу свои выводы вам. Так, история вывода. Вот здесь все мои выводы. Вчера я заказала уже вечером, поздно вечером, вывод 13 марта. 4,85. $4.85. Платит он строго только на PayPal. Вот. И вывод я ждала сегодня вечером. Но, видно, ночью пришел. 13 часов назад. Так, вот название сайта. Так как у меня PayPal рублевый, естественно, у меня сразу денежка идет в рублях. 339 рублей я получила. Перейдем на PayPal с учетом комиссии. 13 марта плюс 311 рублей получен платеж. Ну и, естественно, вот название этого проекта. Все супер, друзья. Кто не знает, объясняю, я здесь загружаю картинки, мемы. Вот у меня здесь это, на кого я подписана. Вот так вот ставлю лайки. В ответ мне ставят лайки. И то, что мне ставят лайки, мне идет начисление. Я вчера вывела, сегодня у меня уже заработано. Так, не то, не то. Так, дашборд. И уже у меня сегодня заработано за сегодня 11 центов. Всего у меня вот это полностью баланс 17 центов. Почти 18. За сегодня у меня уже 11 центов. Всего у меня тут заработано $16. И что еще? А это за месяц. 3,94. Вроде так, если я переведу на русский. Что-то я не туда нажал. Перевести на русский. Ну, здесь видите, как за месяц. Это общий. Всего, это на вывод идет. Это за сегодня. Это за месяц. А это уже суммировано. Вот так здесь все смещается. Вот. И вот я нажимаю актив. И что я делаю? Знаете что, друзья? Я ставлю лайки. Так как здесь очень большая активность, естественно, картинки все улетают. И как ставят лайки? Ну, то, что в начале, да? Я вот проставила лайки. Вот здесь вот эта вот вкладочка. Я кликаю на нее и ставлю комментарий вот этому человеку, который вот такой вот комментарий. Это значит, я проголосовала. Вот здесь вот у меня в переводчике вот это вот слово, оно в переводе проголосовал. И я отправляю. Этот человек посмотрит, что у него сообщение. Вот мое сообщение, я проголосовала. И он нажимает, естественно, и попадает как бы на мою страничку сюда. И тоже проголосует. Поставит лайк, то есть. Вот так. И мне доступно 6 каналов из 6. Вот у меня. Вот у меня 6 каналов моих. Вот. Еще, когда будете создавать канал, ставьте язык. Вот я как из России, там сейчас сделали русский язык. Вот, и ставить русский язык. Если вы из России, как бы, если вы зарубежный товарищ, значит английский. Потому что я ставила английский, у меня не проходило, мне не загружались мемы. И я ставлю вот лайки, нужны вот эти вот поинты.
Вот эти поинты нужны, чтобы загружать картинку. Если будет поинтов по нулям, то я не смогу загрузить. Вот. Здесь я вот ставлю в основном вот активные. Да, я ставлю лайки. Потом я еще нажимаю вот это рандом, потому что я вот тут уже все бывает пролайкаю. Как бы поставлю, и уже некуда. А мне нужны вот эти очки. Я нажимаю рандом. И здесь вот как бы тоже появляются случайным образом картинки. Здесь мои появляются, ну, любые. Также ставлю я лайки. Видите, я уже здесь вот человека лайкала. Вот. Опять я нажимаю сюда. Ставлю коммент и отправляю. Так как и человек будет знать то, что я лайкнула. И в итоге, вот видите, вот у меня сообщение, одно сообщение есть. Это я вот сюда нажимаю. И вот этот человек, вот он мне постоянно лайки ставит. Постоянно. Вот видите, сколько у меня сообщений. Много. Вот. Сейчас посмотрим. Найк, видите, поставил, типа, понравилось. Это знак того, что он мне поставил лайк. Я также, вот видите, я на него нажимаю, попадаю к нему на канал. Тоже вот у него 6 каналов из 6. Кликаю. И вот у меня здесь уже поставлен лайки у него. Вот. Тоже поставлен, у него еще новых нету. И таким вот образом даю знать, что я поставила лайк. И таким же образом мне дают знать то, что мне поставили лайки. И как бы это такая активность. Идут начисления. Вот таким вот образом я зарабатываю. И что еще я хотела показать. Какие мне идут начисления. Вот, значит, так, сегодня вот у меня 12 центов. Вчера у меня было 10 центов, позавчера 20, потом 66 центов, 67. Здесь вообще 89, вообще супер. Вот, ну по-разному, ну и по 10 центов как-то так. Нужно работать. И как бы вот еще одно сообщение. Ой, не туда нажала. Вот опять вот он мне лайки ставит, видите? И вот мне тоже проголосовал вот человек. Как бы я тоже нажму и иду голосовать. Как бы ставить ему лайки. И таким вот образом. Ну, идет вот такая вот взаимопомощь. Понимаем, да? Все мы как бы в этом проекте в одной лодке. И за нашу активность. Вот видите, я проголосовала, у меня увеличились поинты. Сейчас я могу загружать картинки один раз в час. Вот. Нажимаю контент. Канал. Я начинаю отсюда. И вот сюда нажимаю. И вот у меня еще 20 минуток осталось. Я вот загружала. И вот люди лайкают меня. Потом вот через 20 минут я могу заново загружать картинки. Ну, таким вот образом я работаю, зарабатываю. И здесь вход единоразово 99 центов нужно оплатить. Но, как видим, я уже свои денежки вернула. Сейчас я уже работаю абсолютно без вложений. Вот проект платит. Вывод в ручном режиме идет. И, как я уже сказала, я ждала вывод сегодня вечером. Где-то после 5 часов обычно вывод, как правило, приходит. Ну и быстрее. Вот мне вот заплатили. Ну, в принципе, это все, что я хотела вам рассказать, показать. Проект неплохой, мне нравится. Каждому свое. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч.